Караганде прошла премьера исторического фильма, автором идеи которого стал Нурсултан Назарбаев. Одну из главных ролей в ленте сыграл наш земляк, актер Казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина. Фильм был снят на киностудии «Казахфильм» по мотивам трилогии «Кочевники». Подробности в репортаже. Тазаменсіз асыл тас жел толықса шығады. Тазаменсіз асыл сөз жел толықса шығады. В здании Казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина состоялась премьера фильма Рустема Абдрашева «Казахское ханство. Алмазный меч». Фильм охватывает периоды правления Жанибека и Кирея, их сыновей Касыма и Бурундука. К работе над проектом были привлечены известные в республике кинематографисты, постановщик Рустем Абдрашев, сценаристы Смагул Елубаев и Тимур Жаксыбеков. В общей сложности над фильмом трудились 500 человек. Одну из главных ролей Кирея Хана сыграл актер Казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина, заслуженный деятель республики Казахстан Кайрат Кемалов. Мне очень трудно было, конечно, передать его дальновидность и его глубокие там психологические нюансы. Вот это, тем более время такое, 550 лет тому назад идет развал Великой Орды. Идет, значит, процесс этнизации, появление новых этносов, наций, новых государств. Поэтому время очень сложное. Для актера, конечно, очень было тяжело. Но постарались. Съемки проходили в Алматинской области и на территории киностудии «Казахфильм». Картина позволяет проанализировать прошлое и понять, откуда берутся корни казахского государства и народа. Батагоз Батырбекова, Жанайдар Рахимжанов, Айдос Садыков, «Пятый канал».